приготовим великолепную закуску, после которой не захочется никакой колбасы. Это рулет из рулек свиных. Вот две штуки я взял. Можно из одной, конечно, но я все-таки сделаю из двух. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Каждая рулька весом 300 кило плюс-минус. Я их хорошенько промыл под проточной водой и обсушил полотенцем. Далее небольшим ножом делаем разрез и аккуратно вырезаем кость. Нам она не нужна. Ну, если только потом на бульон на какой-нибудь. Маслы вырезали. И вот такая вот рулька получилась в разрезе. Но видно, что мясо тут распределено неравномерно. Поэтому сделаю такие надрезы, чтобы оно разошлось как бы, ну, во всю рульку. Типа вот так вот. Можно, конечно, еще отбить, но этого делать не буду. Также поступаю со второй рулькой. Две части нашего будущего рулета я сейчас взвесил. Почти 2 килограмма получилось. 18 грамм соли на килограмм. Я сделал посолочную смесь обычной соли и нитритной. 50 на 50. То есть получилось 18 грамм обычной соли и 18 грамм нитритной. Добавляю сюда черный молотый перец. Примерно где-то чайную ложку. 2 чайных ложки зерен горчицы. И нам нужно сюда немного лаврового листа, поломанного мелко, уже покрошенного. Его тоже должно получиться примерно чайная ложка. Я, наверное, сейчас в ступке разомну. Ну и как же без чеснока? Можно, конечно, свежего, но я добавлю 2,5 чайные ложки сушеного. Также, если хотите, можете добавить паприки или еще каких-то своих любимых приправ. Я бы вот добавил паприку, хлопьями которая, но у меня, к сожалению, ее сейчас нет. Так вот, раскладываем оба кусочка и распределяем нашу смесь соли и приправ. Хорошенько втираем соль. Здесь вот как раз получились надрезы. И хорошенько их тоже проходим солью и приправами. Складываем две части в одну. Ну, то есть в один рулет. Чтобы кожа была и с той, и с другой стороны. Как бы оболочкой нашего рулета. И стягиваем его вот таким вот шпагатом, ну, либо другой какой-то нитью. Связал плотно, как только мог. И где-то, если вот торчит мясо, немножко его поправляем. И поправляем шкуру. Вот так вот будет очень хорошо. Заворачиваем несколько слоев фольги. Хоть у меня и плотная она, все равно нужно так завернуть, чтобы нигде ничего не протекало. Но, как известно, это не самое мягкое и нежное мясо, поэтому готовить его нужно долго. Обычно я это делал в духовке, но сегодня готовлю в моей аэрофритюрнице Рамит Модерн. Устанавливаем поддон, если вдруг фольга где-то протечет. Ну и загружаем наш рулет. Режим мяса. Вертел отключаю. Температура 200. Время 1 час. Погнали!
Далее устанавливаем температуру 110 градусов и готовим еще 3 часа. Здесь время устанавливается максимум час, поэтому буду 3 раза устанавливать. Такая вот красота получилась. Перегружаем наш рулет из фольги в пищевую пленку. И закладываю в такую вот форму. Ставлю под гнет. И как немного остынет, убираю в холодильник на ночь. Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Какая красотища! Хранить можно в холодильнике до 10 дней. Если нужно больше, то завакумировать и в морозилку. Полгода, а то и больше хранится. Ну и, конечно, как обычно, дегустация. Это просто чудо. Настолько вкусно, обалдеть можно. Все очень плотно. Вкуснейшее спрессованное мясо. И получается такая вот оболочка из кожи. Просто сказка. По соли все отлично, по крайней мере для меня. Специи тоже огонь. Лавровый лист прям в тему. Это вкуснейшая штука просто. Ну что ж, аэрофритюрница снова меня не подвела. Отличная штука, очень мне нравится в ней готовить. Ну а если кого-то заинтересовало, по промокоду Монах 5% скидка на всю продукцию компании Рамит. Все ссылочки будут в описании к видео. Ну а вы подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всем приятного аппетита, пока! Вкуснейшая штука. Все отлично, все идеально. Если один раз такой рулет приготовишь, будешь готовить постоянно. Просто подседаешь на него.